Ну вот из этих вот двух ореховых досок я их уже вот по одной стороне отпилил, чтобы просто было понятно, из чего, что в итоге получится. Я помню, ты говорила, тебе нравится процесс. Ну, очень долго там выставлять камеру нужно на штатив и так далее, это затянется. А я хочу сделать это побыстрее. Вот, но кое-какие этапы работы буду показывать.
Орех после обработки, конечно, очень красивый. У него очень классная текстура. А после масла это вообще красотища. Ну, вот так вот это выглядит. Короче, будет прикольно, я надеюсь. Должно получиться. Ну, следующий этап называется «На что не пойдешь ради дорогого человека». Вроде бы, казалось бы, вот такие простые отверстия, но тем инструментом, который у меня был, я их еле просверлил. Но дело не в этом. Смысл в том, что эта штука, эти отверстия должны быть соосны. Я размечал максимально точно, насколько это было возможно, но вот мне нужно склеить эту деталь с вот этой, чтобы получилась нужная глубина. И чудеса все-таки бывают, потому что крышка стандартная от баллончика с краской прекрасно влазит в эти отверстия. И получается вот таким вот образом мы идеально их зацентровываем. То есть сейчас я просто промазываю клеем, склеиваю. И еще, кроме всего прочего, самое приятное, что клей к такому пластику никак не клеится, поэтому оно вытащится без проблем. Вот, то есть вот таким вот образом оно склеится. Вот это то, что кривое, специально сделан запас по всем сторонам, то есть тут все это лишнее срежется. Ну и, короче, делаем дальше. Я художник, я так вижу. Сувенир почти готов. Склеится и можно отправлять. Мне кажется, очень красиво получилось. Фактура хороша. Так, ну вот полуфабрикат почти готово. Но еще, ну, обработать надо внутри вот здесь вот. Все фасочки, все. Ну, вот такая вот будет типа шкатулочка. Тут будут еще магнитики приделаны, чтобы она фиксировалась четко. Вот. Но смысл такой. Вот такая вот карабулька. Она еще вся тут будет фрезероваться, короче, облагораживаться. Но на сегодня то, что я хотел, я сделал. Вот так это выглядит. Без масла. Сейчас будет... с маслом.
Ну, короче говоря, вот такая вот получилась штучка. Не знаю, она мне очень понравилась. Я нашел в интернете фотографию. Вот такую вот. Ну, очень похожую, по крайней мере. Мне она показалась прикольной. То есть вот она открывается. Вот я немного его усовершенствовал. То есть я вот вклеил магнитики сюда и в крышечке. И здесь тоже. Так, чтобы когда она закрывается, она вот раз, и она просто фиксируется на эти магнитики. Вот. Ну и здесь прилепил небольшой пиптик, чтобы они не бились вот в этом месте. Вот так раз. Ну и маленькие силиконовые ножички вот приклеены, чтобы стояло все нормально. Вот такая вот штучка. Вот так покажу на свет. Это только первый слой масла. Оно не будет так блестеть, оно будет более матовое. Вот, но впитается. Короче, после того, как впитается первый слой, еще надо будет все это прошлифовать. Ну и вот, короче, вот такая вот получилась штучка.